С нами на связь вот в данный момент выходит. Вот, вышла, ура! Крымский тревел-блогер Екатерина Гринченко. Доброе утро. Екатерина, доброе утро. Как нас слышно? Мы вас видим, мы хотим еще и слышать вас. Так, слышим, друзья. Напомню, что мы работаем в режиме прямого включения, поэтому вообще спокойно могут быть какие-то неполадки. Екатерина, вы нас слышите? Да, сейчас слышу. Отлично. Отлично. Вот мы теперь услышали этот голос прекрасный. А многие любят путешествовать по разным местам, но не все знают историю этих мест. Вот меня вот интересует вопрос, нужно ли вначале узнать историю, потом отправляться в место, чтобы блог свой вести. Ребятки, здесь не просто красиво, а вот это еще богато историей. Или можно уже на месте узнавать какие-то интересные истории, факты об этом месте? Ага, я так немножечко отрывочками что-то услышала, что-то нет, но в общем постараюсь ответить на ваш вопрос. На самом деле мы все разные, и кто-то интересуется историей, кому-то достаточно просто красивых мест. Это свидетельствует в моем блоге. Я, конечно же, я как тот, кто ведет блог, и для меня важно знать историю своего полуострова, своего места, а возможно же туда, куда я еду. Я сначала все читаю, изучаю, а потом рассказываю своей аудитории. Ну а кому-то достаточно просто показать красивую картинку, там моря или какого-то здания, а тем более люди, которые не проживают в Крыму, им этого достаточно. Поэтому я стараюсь миксовать, где-то историю добавляю, а где-то просто красивая картинка или видео достаточно. Так, давайте сразу я на фоне леса, я смотри, какая гора. Николай, ты на фоне работы, не на фоне леса. Екатерина, расскажите, пожалуйста, давайте поговорим о путешествиях. Самое длинное какое-нибудь путешествие, в котором вы были? Мое длинное путешествие было, вот, так сказать, почти год назад, зимой. Мы отправились из Крыма в Карачаево-Черкесию, в Архыз. Это было замечательное путешествие, много новых мест. А также после мы отправились в Краснодарский край. Также изучать новые места, просто места удивительные. Потому что если длительные путешествия, мы покидаем пределы Крыма и стараемся больше и больше охватить красивых мест нашей необъятной родины. Покидаем зону комфорта. Кстати, вот вы человек опытный, длинные маршруты уже преодолевали. Поделитесь советом, какой вот стандартный набор туриста нужно иметь при себе, чтобы путешествие не превратилось в кошмар? Мне кажется, у девочек нет стандартного набора туриста. У девочек есть с собой абсолютно все, на все случаи жизни. Даже каблуки. Внимание, в горы. Вот одна моя знакомая на каблуках пошла. Такая. Мне так не понравилось, говорит, так тяжело было. Так вот поделитесь набором-то. Если длительное путешествие, конечно же, там просто полностью забитый чемодан, но на самом деле, если вот именно стандартное, то, что я беру и в длительные путешествия, и в короткие путешествия, это, конечно же, в первую очередь вода. Вода необходима всем. При любом, там, выпить нужно водички попить, там, устал, или же что-нибудь помыть, или там как-то грязь себя стряхнуть. Однозначно вода, однозначно чай, это от времени года зависит, перекус сухой, паёк там или, возможно, какие-то бутербродики, фонарик, однозначно маленький фонарик, пауэрбанк и загруженные карты. Потому что если нет связи, а мы часто ходим туда, где нет связи, чтобы не потеряться, это карты, это самое важное, чтобы найти путь домой или к машине, как минимум. Так, ну, обычно девушки берут с собой, конечно, в разы больше. Это, наверное, такой список для парней был перечислен больше. Ну и, конечно, Екатерина, вопрос главный. Давайте так, топ-3 места, куда нужно и важно отправиться осенью именно в Крыму. Что посмотреть? Я хочу посоветовать от всей души Крымский национальный заповедник. Он находится в Алуште. Более точнее, это беседка ветров. Проедьтесь туда, посмотрите. Если будет возможность, покормите оленей диких. Это прям очень незабываемое впечатление. Также джип-тур. Возьмите джип-тур по Алуштинскому, возможно, району, либо Бахчисарайскому району, чтобы было посмотреть на горы. То есть я однозначно советую осень. Осень – это горы, это 100%. Ну и, конечно же, наш всеми любимый маршрут – это Ай-Петри. Обязательно заехать на водопад, когда он будет полноводным, и на Бирюзовое озеро.
То есть, чтобы не совсем стандартная была поездка от Ай-Петри и вниз, обязательно походите по лесу, посмотрите, вдохните эту прекрасную магию природы, и вам обязательно понравится. И берем. То, что казалось обыденным, не будет обыденным. Все, уговорили, уговорили. Мы от души желаем вам прекрасного продолжения дня. Спасибо, что с нами связались. Спасибо за ваши советы. Да, а с нами на связь выходила крымский тревел-блогер Екатерина Гринченко. Пока-пока! До свидания.